штанги не составило проблем за 420 тянуть, но аксель очень-очень сложен. Аксель, он же не гнется, и такая труска невероятная начинается, что просто перейти мертвую точку практически нереально. Всегда о чем-то таком мечтал поучаствовать. Для меня такие веса на прямом толстом грифе – это заоблачно. Накал страстей, борьба, то, что за 403 человека тянули, ну, я думаю, что будет немножко побольше. Сегодня был у нас первый турнир такой, скажем, заруба была команда на команду, 4 на 4, с яркими представителями становой тяги, именно классического стиля. Надо сказать, что прям бились до последнего подхода. Рассчитывал на 420 поднять. В принципе, готов был на этот вес, но это аксель, это не штанга, здесь немножечко сложнее. Что турниры сказать? Геркулес, как всегда, на высоте и проведения. Все супер.